Депутаты Магаданской городской думы рассмотрели вопрос об увеличении качества и объема работ по благоустройству города. Для этих целей ежегодно из муниципального бюджета на каждый избирательный участок закладывается по 750 тысяч рублей. Депутатская комиссия будет обращаться к мэру областного центра с просьбой об увеличении количества средств до 1 миллиона рублей. Депутаты согласились с тем, что денежных средств на реализацию в программных мероприятий недостаточно, и вышли с просьбой, с рекомендацией мэрии города Магадана рассмотреть вопрос об увеличении суммы по программе исполнения наказов избирателей до 1 миллиона рублей на каждый избирательный округ. По словам председателя депутатской комиссии Максима Малахова, увеличение суммы не решит всех проблем в избирательных округах. Но этот шаг позволит увеличить выполнение требуемых объемов работ по благоустройству и формированию комфортной городской среды. Также на комиссии предложили наладить систему информирования депутатов о проводимых мероприятиях в рамках благоустройства по их округам. Таким образом, планируют увеличить контроль качества и объема выполняемых проектов.